Приветствуем всех дачников на нашем канале. С наступлением осени работы в огороде становится меньше, а вот сад все еще радует своей привлекательностью. Значит, и забота о его благоустройстве остается актуальной. Это уход за газоном, водоемом, декоративными кустарниками и деревьями, и их подкормка. А еще сентябрь – время создания роскошного цветника. Первая декада месяца – это лучшая пора для высадки некоторых видов. Чтобы клумба из многолетников не выглядела со стороны бессмысленным нагромождением форм и цвета, нужно заранее подобрать весь комплекс саженцев. Для этого есть несколько правил. Создание клумбы многолетников начинается со схемы. Дизайн цветника прорабатывается на бумаге, составляя масштабный план клумбы, а иногда и дорожек, ведущих к цветам. Важной задачей является гармонично подобранная цветовая гамма растений, их размер, высота и сроки цветения. В зависимости от расположения клумбы зависит ее обзор, и чтобы лучше просматривались все растения, их размещают по степени роста, от самых низких до самых высоких. Многие цветы не терпят прямых солнечных лучей, поэтому место нужно выбирать слегка затененное. Нужно учитывать и тот факт, что все бутоны поворачиваются к солнцу. Растения имеют разную способность разрастаться, поэтому необходимо правильно распределить их по всему периметру. Тогда клумба весной будет радовать идеальной формой и разнообразием красок. Дорогие покупатели, сейчас на нашем сайте проходит акция. Практически весь садовый декор летнего сезона мы предлагаем со скидкой 25%. Проходите в каталог и совершайте выгодные покупки в нужное время.